Всем привет! Сегодня мы проводим выходной в лесу. Катаемся возле села Столбище. Заедем на Ковалевское озеро. Покуролесим там немножко. Исполним хиподрифт. На заднем приводе, на полном. Всяко как получится. Ну и просто катаемся по зимнему лесу. Получаем удовольствие. Ездим мы на квадроцикле. Благо тут дороги укатаны, снегоходы постарались, и трактора вроде ездили, да и квадрики тоже катаются, я смотрю, лыжники, конечно, тоже. Поэтому ехать можно свободно. Погнали. Забрал уже, запотело. Пинлок вроде наклеил, помогает на какое-то время, но потом опять запотевает, а потом уже до приезда домой уже все не отпотеет никак. Поэтому приходится открытым ехать. Ну, сегодня не так холодно все. В принципе, не так сильно мешает. Но дискомфорт определенно есть, конечно. Так, это вот развилочка у нас в лесу. У нас, в принципе, песчаный лес. И здесь вот пятачок такой. Вот это вот накопано. Оно прямое изначально было. Квадроциклы, мотоциклы, эндурики. Все, кто здесь катается, сюда доезжает и считает своим долгом подрифтить. Ну вот додрифтили вот до такой ямы. По кругу дают жару. А так красота, конечно. Сосенки, воздух хороший. Летом гулять таком вообще классно. На велосипеде кататься. Мы добираемся до выхода. Здесь молодой сосновый лесочек, вот слева. Там у нас завод Садкабель находится, основные. Там, соответственно, озеро Песчаной Ковали. Бабишево в ту сторону. Здесь Столбище. Здесь одно красивое местечко, так сказать. Оно есть. Вот это место. И вид хороший, просто высокий, молодняк. Красиво. Здесь вот вообще вон сосна растет. Я все думаю, упадет она, не упадет. Вот потихоньку подмывает. Здесь вот кто-то песочек добывал. В принципе, здесь все вот так, вот этот холм и вся поверхность, здесь вся земля песчаная. Вот сюда потом стоять. Остановило, хорошо. Опа! Здесь есть небольшая горка, можно с ребенком прийти на вокруг кататься.
картошки, да. А? Он говорит, я как мешок картошки. В том году тут тоже катались. А мы каждый год катаемся. Это известная гонка. Привет. Привет. Хочешь на квадроцикле посидеть? Он не будет заводить, не страшно. Есть такая красивая тропиночка. В этом тоже страшно гулять. Резина стоит 28-я, Wild Tanky. Я навью поставил перед зимой. Едет хорошо. Может, перед остальным подростком. Так, попробую туда съездить. Давайте съездим туда, там не было все. Там тоже очень красивое местечко есть. Интересно, камера там не описывает вообще, нет? Я тут разговариваю, как он все это рассказываю, а сам не понимаю, у меня потому что индикатора не видать. Надеюсь, что Питер. Так, нам туда. Так, мы проехали. Вот так вот туда. Ой-ой-ой, глубоко. Ну, вроде прорвались. Не знаю, как обратно будем выезжать. Там потому что тупик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, было страшно. Хотелось бы застрять. Сами нанесено, конечно, глубоко. Так, а тем временем мы, по-моему, доехали до конца. Так, а кто у нас здесь? И куда нам идти? В принципе, можно попробовать где-то вот тут проскочить. Но надо ли оно мне? С другой стороны, почему нет? Давайте пробовать. Так, ну, наверное, лучшая траектория вот так будет. Между теми деревьями я точно не проеду. Пробуем? Лезем уверенно. Да? Прошли? Все хорошо? А вот теперь вопрос. Мы едем туда или туда? Давайте попробуем в эту сторону. Прям горочки такие хорошие. Интересно, я обратно подняться смогу? Надеюсь, что да. Так, и дальше что? Я не ожидал, что здесь такой густой молодняк. В какую сторону-то ехать?
Попробуем. Блин, это посадка прям свежая, что ли, не пойму. А эти деревья-то не маленькие. По-моему, я раньше здесь выезжал. Но на мотоцикле, правда, но не помню, что такие деревья были. Здесь посажены. Что думаю, обратно. Так. И куда теперь? Может, в ту сторону попробовать? Да, это особенность переключения скоростей на стрелке. Не пошатаясь, не переключишь. Вошло. Сейчас попробуем вот туда сунуться. Что там интересно. Там что-то я не вижу никаких просветов. А там как будто пореже лесочек. Интересно, это просто холмик или снега столько намело? Лучше бы это был холмик, конечно. Иначе я туда не залезу. Да, это холмик. Все хорошо. Так, где-то здесь должна быть дорога. Так, а вот здесь, надеюсь, это не яма. Дорогу. Здесь должна быть дорога. Так, теперь понять, где мы. Озеро должно быть там. Дорога неплохо так замело. Думаю, понижайку можно убрать. Это все-таки дорога. Посмотрим, как пойдет. Вроде идет хорошо. Ой-ой-ой, там намет. Надо набрать скорость. Катили. Так, я пожал на пучку. А то надувает раз глаза. Вот. Нет. Да нет, да. Здесь спуск озера сейчас должен быть. Вот он. Здесь мы летом катались. Но следы здесь есть. Я не единственный дурачок, который сюда приехал. Так, здесь спуск слишком крутой, конечно, я туда не буду соваться. Мы будем просто выйти и посмотреть на замерзшее озеро. Да. Так, вот эта вот штука меня беспокоит. Она ведь выключена у меня, почему горит? Вот она включена, вот я ее опять выключил. И она там начинает замыкать. А где она замыкает? Хрен ее знает. Выключатель, вроде все контакты изолирован друг от друга. Может быть, здесь что-то. Через какое-то время почему-то вот начинает светиться. В выключенном состоянии, никто ее не трогает. Вот оно, озеро. И вот там будем дрифтить.
принципе, можно попробовать туда проехать, вот так вот сейчас по лесу. Здесь я спускаться не рискну, здесь очень ответственно. О, смотрите, передние привода, в принципе, можно даже не мыть сегодня. Ну так, немножко спахнуть снег. А сзади как будто бы налипло. Да, сзади очень серьезно налипло. Придется мыть. Снег смывать, чтобы не было льда. И чтобы впоследствии нам пыльники не пришлось менять. А вот там уже песчаные ковали, в принципе, видны дома. Озеро этим летом тоже обмельчало очень сильно, как, в принципе, и все водоемы у нас в основном. Как в воду сбросили с камы. Очень сильно обмелела кама. Открылись острова Лаисова. В принципе, это озеро тоже очень сильно обмелело. Вот, тут, друзья, снегоходчики. Отдыхать культурно люди, красиво. О, можно здесь ехать. Я думаю, меня не слегка дать. Но ехать с открытым забралом я не могу. Забывает, на скорости придется. Вот, собственно, населенные участки. Вот уже озеро. Начинают строить дома. И вот, в принципе, это вот улица, уже можно так сказать. Здесь будут дома.
Раньше здесь было просто поле, сосенки росли. Но стройка пришла и сюда.